Так, ну если пересмотреть Poco F6 Pro, то он будет тротлить при 120 FPS. Да, будет нагреваться и будет тротлить. А стоит он, блин, ё-моё, как крыло самолета. Ну что ты, ПБшка, слышишь, у нее отдача вообще нет. Хули, ну? Я кого-то слышу.
Выгодно брать Poco X6 Pro, а не Poco F6 Pro. Да, Poco X6 Pro выгоднее, конечно. Слушай, он, блин, дешевле намного. В два раза. В максимальную комплектацию. Да, там, конечно, не один терабайт памяти, но, тем не менее, 512 хватит просто, блин, за глазище. Все игры поустанавливать для видео, для всего, для фото, там, места хватит. Мои уже все откисли. Так, подожди, один отключился. Один задох только. Так. Мне 256 гигов хватает до головы. Да, 256 тоже нормально, в принципе. У меня вот сейчас 56 часов по небе стримить? Ой, не знаю пока. Пока играю. Так, всего лишь 8 кило, это мало. А, это мой чувак бегает. Я думаю, еще кто-то выбежал.
А другие режимы будешь играть или только в классику? Вот я только в классику играю. Да я не хочу с тобой ехать. Едь давай сам, что ты мне пиликаешь, ё-моё. Это капец какой-то. Будешь сравнивать Poco F6 и Q Neo 9. IQ Neo 9 у меня нет. Я его и не планирую покупать, потому что он не особо популярный, в принципе. Хотя он там мощный, я видел. Там и Turbo, по-моему, версия тоже хорошая. Ой, у меня здесь куча всякого валяется, я финти. Снайперская винтовка, пусть будет.
что на IQ Neo 9 стоит чип Snapdragon 8 Gen 2. Это мощный, да, это хороший чип. Ну, опять же, горячий. Ну да, да-да-да. Так, Dive 6 Pro будет стабильнейше, так подивись в Ютубе Poco F6 Pro PUBG. Ну, может, я еще не знаю, не порівнював их. Завдяки тому, що він мощніший може, то да. Навіть з його тротлінгом він все одно буде, мабуть, кращий. Что он делает?
Гигапец. Ушел. Но IQ мощнее, но греется больше. Возможно. А, эти 15 скиллов уже хорош. Тащим, господа, тащим. Двадцать четыре кило, хорош.